Привет, друзья! Подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня собрался посолить немножко щуки. Это будет очень вкусная закуска к пиву. Хочу из щуки сделать соломку. Друзья, рыбу, щуку я разрезал, отделил филе от костей. Видео про разделку, так, как правильно почистить рыбу, разделать ее, чтобы щука была без костей, когда кушаете соломочку, чтобы ничего вас не отвлекало. Пивка раз выпили холодненького, взяли эту вкусную, острую, пряную рыбку, закусили, кайфанули. И косточки надо убирать. Видео, как убрать кости и щуки, я снял отдельный ролик. Посмотрите, здесь по ссылочкам поставлю. Кому интересно, как сделать щуку на филе без костей, все покажу. А рыбка вот такая замечательная, свежая щучка. Сейчас ее посолим и сделаем потом из нее соломку. К пиву. Это именно закуска, она будет острая, пряная, соленоватая. Это не еда. Ну, делайте побольше, потому что эту еду обычно, эту закуску обычно превращают в еду, и пиво остается, закуска уходит. Так, смотрите, все. Ну, рыбку разделали, посмотрите, как берем филе щуки. Можно купить филе минтая, какой-нибудь любой рыбы абсолютно. Ну, со щуки получается особенно хорошо это дело. Я делаю каждый год, мне нравится. Берем миску. Здесь у меня взвешивал килограмм филе, чтобы вам было проще и понятно, ну, рассчитать объем необходимый. На килограмм филе рыбы берем 4 столовые ложки крупной соли, друзья. Соль обязательно крупная, мелкая соль не годится. Должна быть соль крупная, второй помол у меня. Мелкая соль, она впитывается и не вытягивает влагу. На 4 ложки соли я возьму 5 ложек сахара. Да, друзья, сахару больше. Если положить сахару меньше, то будет соленовато. Ну, смотрите сами, сахар в свете вкуса, это будет очень вкусно. 5. Дальше. В эту засолочную смесь я добавлю. Здесь у меня немного кориандра в зернах, буквально чайная ложка. И чайная ложка перца горошком. Я растолок порошок. Получилась такая ароматная штука. Дальше. Это все-таки должно быть красиво, красно, ярко. Поэтому я возьму чили. Просто купил обыкновенный чили в магазине. Молот. Не стал там редкие перцы кочегару брать. Возможно, таких нету китайских. Поэтому берем в магазине пачку чили перца порошком. Дешевое, самый дешевый чили, какой нормально найдете. Вообще без проблем. Годится. Сколько взять чили, друзья? Ну, это все зависит от того, насколько хотите вы получить острый продукт. Я беру столовую ложку, чтобы это было прям продирало. Ну, мне нравится поострее, короче. Так, все, засолочная смесь готова. Перемешиваем все это дело. Друзья, если вам удобнее в граммах, то соли берем примерно 40 грамм. Сахару, соответственно, берем грамм 50 на килограмм. Здесь у меня засолочная смесь немножко останется. Но я еще буду солить сейчас чебаков, плотву. И она мне пригодится, поэтому маленько больше сделал. Так, все, получается вот такая красивого цвета засолочная смесь. Дальше, друзья, нам понадобится банка. Ну, возможно, у вас такой банки нету с сосиской, чтобы жидкость у нас стекала на дно, чтобы рыба в нем не класилась. Можно взять обычный друшлаг и все то же самое в нем просто солить. Никаких проблем не будет. Щука у меня здесь хвосты и филе. Смотрите, как я делаю. Раз. Обмакнул все это дело. Отряхнул. И укладываем слоями, ну, вашу засолочную емкость. Что вы будете солить там? Друшлаг, значит, друшлаг. Можно сито взять какое-нибудь. Ну, в принципе, чтобы была сетка, чтобы вся жижа, которая будет сейчас вытекать из рыбы, она стекала. Друзья, у меня сегодня рыба свежая. Вчера буквально поймал, ночь на балконе провела. Вот раз сейчас не замерзала ничего, у нас еще морозов, ну, небольшие есть, но там еще -1, -2. Рыба не замерзла. Караси живые прыгают, в мешке он там стоит. Если у вас, друзья, есть какие-то вопросы к рыбе, подозрения, что какие-то там могут быть червячки, обязательно перед засолкой ее замораживать. У нас рыба чистая, хорошая, ее едим сырой. Как бы все нормально, но если у вас, говорю, рыба, хоть малейшие какие-то подозрения есть, заморозьте там на 10 дней и потом смело солите вот таким образом, все будет с ней отлично. Не рискуйте. Но если вы уверены в вашей рыбе, то ничего замораживать не надо. Будет вкусно. Как-то вот так. Что тут особо показывать, ничего. Сейчас я все засолю, укладу в банку. Смотрите, друзья, все, рыбку я уложил. Вот как она есть. Вот засолочная смесь осталась половина. Значит, смело делите пополам на 1 килограмм 2 столовых ложки соли крупной и 3 столовых ложки сахара. Будет отлично. Сладко не будет, не волнуйтесь. Здесь она с перцем чили, она будет как надо, поверьте. Это будет очень вкусное сочетание сладкого, острого и соленоватого. Офигенная штука получается. Так, ну ладно. Смотрите, что дальше делать. Я накрываю это дело
банку крышкой. И вот сейчас важный момент. Обратите внимание, друзья. У меня рыба свежая, не была в замороз, поэтому я сейчас эту баночку убираю в холодильник на верхнюю полку на сутки. Если же, друзья, у вас рыба была предварительно замороженная, там, или филе в магазине какой-нибудь рыбы купили морской, то солим от 6 до 8 часов, этого более чем достаточно. Свежая рыба, она более плотная, и как вода в ней еще не кристаллизовалась, ну, когда рыбу замораживаем, вода, жидкость не кристаллизуется, и когда размораживаем, она сама вытекает. Рыба становится как бы более рыхлая, да, после разморозки. То солится быстрее. Если рыба свежая, солим сутки, будет оптимально. Все, убираем ее на сутки в холодильник, завтра к ней вернусь утром, и мы продолжим, я расскажу, что делать дальше. Друзья, вы пока можете подписаться на канал, нажать колокольчик, ничего не пропустите. Оставлю вам в первом закрепленном комментарии ссылочку на мой канал на Яндекс.Дзен. Там каждый день выходят ролики какие-то. И также на мою телегу подписывайтесь, заходите. Будем общаться. Ну все, ждем, до завтра. Итак, друзья, буквально пару дней на балконе рыбка подвялилась. Смотрите на эту прозрачность ее. Запах уже просто офигительный стоит. Не красота ли? Осталось последний маленький штрих сделать из этих кусочков уже соломку, которую, собственно, и будем, ну, как сказать, кушать, употреблять, да? Это все дальше просто. Ну, примерно вот такого размера мне вполне устроит, если я сделаю соломку. Нарезаем ее. Видите, какая она тугая. И никаких костей, друзья. Ну, не чудо ли? Сейчас я все нарежу и продолжим. Ну что, смотрите, что получилось. Вот такая куча вкуснейшей, ароматнейшей соломки с рыбы, с обычной щуки, друзья. Ничуть не хуже, чем продается в магазине китайская соломка, которая вот там в пакетах таких привозят. Неизвестно, из кого сделана. Которая стоит, кстати, очень дорого. Не знаю, как у вас, у нас что-то там 2500 за килограмм сушеная стоит такая рыба. Это делаем из щуки, делаем сами. Годится любая рыба. Возьмите щуку, возьмите судака, возьмите филе ментая в магазине, приготовьте так. Ну, это же что, не чудо? Классная вещь. Друзья, если, смотрите, кому-то, может быть, понравится более сухая, просто на противне расстелите и поставьте еще на солнышко, еще на сутки. Она засохнет и будет прям вообще сухая-сухая. Но не рекомендую делать совсем сухую, делать ее чуть-чуть такую вот, чтобы слегка как бы резиновая такая, пружинистая она была. Вот это вот самый ценный, самый класс. Очень вкусная штука. Прям вот рекомендую. Делаю постоянно, она у меня в холодильнике есть всегда. Хранится, друзья, очень просто. Заворачиваем ее в бумагу, которая для выпечки в рулонах. Сначала в бумагу, потом в полиэтиленовый пакет и в морозилку. Достали, и кто-то там пришел к вам в гости, жменю кинули, 5 минут она отошла, и все, и можно закусывать с ней пивко. Осталось бегать за пивом, и можно наслаждаться, друзья. Ну, сейчас утро, не до пива, завтра иду на рыбалку за щукой снова. Так что, друзья, кому было интересно и полезно это видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой на канал Яндекс.Дзен, на мой телеграм-канал, там выходят видео с рыбалки, которые здесь не показываю. Так что все, друзья. Всем до встречи и всем пока. Вот такая вкусняшка получится и у вас. Попробуйте. Это вкусно.